описанных предметов можно отнести к специальному снаряжению – рюкзак, спасательный жилет или топор. Собрать туристический инвентарь и отправиться в поход можно было в парке «Изумрудный». На этих выходных там прошел масштабный фестиваль путешествия, где жители смогли окунуться в атмосферу празднования Дня туризма. Рюкзаки готовы, главное не забыть начистить картошки, в дороге пригодится. А куда отправиться, знают самые юные туристы города. Была в предгорьях, была на Яровом, а также ездила в другие районы. Где-то родственники живут, а где-то с РГО, а где-то с родителями. А вот у тебя такой походный рюкзак сейчас. Может быть, ты и сейчас куда-то собралась путешествовать? Вперед, за эмоциями. Эмоций на празднике уж точно было много, ведь где еще увидишь посреди теплой осени Деда Мороза? Вероятно, он тоже решил попутешествовать из Великого Устюга к нам на Алтай. Не рановато ли? Нет, никогда не рановато. Кто вам вообще сказал, что я только зимой появляюсь? А для тех, кто соскучился по красотам зимы, на нее можно было посмотреть на фотовыставке географического общества. Там были представлены фотокартины из разных уголков страны. Для нас кажется, что в принципе там минус 15, минус 10 – это очень холодно. Люди проживают в минус 50. Для детей это не является какой-то причиной, чтобы не пойти гулять и веселиться. То есть они обрастают инеем, сосульками, но они не теряют жизнерадостность. В холодных краях побывали, теперь можно отправиться в теплые места, бороздить просторы морей и океанов. Мы плывем в Африку. А впереди разнообразная туристическая программа, национальные ярмарки, геоквесты и творческие мастер-классы, и даже путешествия во времени, в эпоху Средневековья. Вот современные женщины, они тоже могут быть рыцарями. Такой праздник завершающий перед началом холодного сезона, поэтому гостей в парке собралось немало. Мы очень рады, что в Алтайском крае развивается туризм и уделяем огромное внимание развитию путешествий со смыслом, чтобы наши туристы, наши гости не только путешествовали, знали и любили наш край. Как считают организаторы, День туризма – праздник для всех, ведь каждый – путешественник и турист. Ожидается, что в следующий раз фестиваль может пройти уже на территории Бирюзовой Катуни. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком.